По оценке аналитического агентства Market Economics, сводный индекс деловой активности зоны обращения единой валютой в сентябре текущего года составил 52 пункта, снизившись с августовского показателя в 52,5 пункта. Это значение минимальное за 10 месяцев. Аналитики ожидали, что данный индекс составит 52,3 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны понизился до 52,4 пункта с 52,8 пункта в августе.